Дорогие друзья, программа «Все свои» продолжает знакомить вас с многодетными семьями Санкт-Петербурга. И сегодня мы отправились к замечательной семье «Колос», которые расскажут нам о себе, поделятся историей своей семьи, а также рождественскими традициями. Пошли открывать! Здравствуйте! Здравствуйте, проходите! Спасибо вам большое! Ну что, давайте знакомиться! Давайте! Меня зовут Лиза! Лиза, очень приятно! Меня зовут Аня! Меня зовут София! София! А тебя как зовут? Эммануил! Эммануил, классно! Очень приятно с вами познакомиться! Ну что, спасибо, что пригласили нас в гости! Проходите, раздевайтесь! Мы приготовили для вас интересный мастер-класс! С удовольствием! Спасибо вам большое! Аня, ну расскажи, что мы будем сегодня делать? Я вижу, что вы так основательно подготовились, у вас тут рождественские такие чулочки. И что это будет в итоге? Расскажи нам, пожалуйста. Да, в общем, пришла такая идея сделать рождественский адвент-календарь вот из таких сапожков. Класс! То есть на каждый день мы сейчас будем рисовать такие циферки. Вот. Здорово. Красочкой. И получается, на каждый день у нас будет свой мешочек со своими сладостями. С подарочками. Да. Да. Класс. Да. Конфетки. Ты-то, наверное, ждешь конфетки, да? Чтобы там были каждый день. Ладно, ну что, с чего нам нужно начать? Вот носочки у нас уже есть. Но смотри, у нас тут есть циферки, видишь, такие трафаретные. Да. Вот. Можно у нас, смотри, лайфхак, друзья, использовать можно вот эти магниты, да, да, детские для... циферки. Да, смотри, значит, вот здесь ты обводишь ручечкой единичку, а здесь двоечку. Ага. Вот так. Так, ну давай. Мне это... А тебе, давай будем вместе. Лизочка, ты можешь уже приступать. Я буду обводить. Только не заступай за границы, ну, хорошо? Ну поехали, друзья. Да, мы сейчас будем, предлагаю устроить соревнование, кто из нас быстрее справится с этим нелегким делом. Давайте. Сейчас Аня обведет. Сейчас даю. Анют, ну расскажи, кроме вот изготовления адвент-календарей, как вы еще готовитесь к Рождеству? Что вместе делаете? Ну, где-то с ноября месяца у нас это начинается. Мы украшаем дом, украшаем елку. Вот. Мне еще нравится очень окно украшать. Вот, и поэтому мы уже подготовились. Мы уже практически в Рождестве. Да. Календаря у нас до этого не было. То есть это первый год, да? Понятно, что это 21? Да. Ну, хорошо. Да, первый год календарь, потому что с... Так скажем, с нашей семьей приключилась такая история. У нас в церкви проходило ток-шоу о Рождестве, о семейных традициях. И тут как раз это меня сподвигло задуматься, какие же у нас рождественские семейные традиции. Сделай еще чуть-чуть пожирнее. Вот. И у нас только мы только дом украшали. То есть мы, допустим, свечки адвент ранее не зажигали, календарь ранее не делали. Но когда, если не сейчас, когда-то надо начинать. И поэтому вот мне церковь, в которую я хожу, в этом плане очень так сподвигла меня, да, начать. И поэтому вот мы делаем. Классно. Я знаю, что ты еще проводишь мастер-классы по субботам. Да, да. Расскажи немножко больше про это. Начала этим заниматься не так давно, и поскольку в церкви я занимаюсь подростками, служу подросткам, то я долго размышляла и Господа спрашивала, как бы просто работу, какую-либо деятельность, вот то, что нравится, связать вместе с подростками. И мне пришла такая идея, ну мы потом вытрем, что делать. Вот такая идея в голову, почему бы для подростков не организовать мастер-классы, как раз, ну, такие творческие.
Вот, и каждую субботу у нас здесь дома такая домашняя студия творческая. Классно. Да, мы делали рождественские венки на дверь. Угу. Потом недавно был День матери, мы делали сладости для мам. Здорово. Да, поэтому... Ну, вот как я придумываю такие разные всякие идеи, то есть это может, да, вот какая-то быть выпечка, но выпечкой я сама не занимаюсь, я приглашаю свою подругу, и мы с ней вместе это делаем, а все, что вот именно такое рукодельного плана, то... Это за тобой. Это да, мне очень нравится, вот прям очень-очень. Детишки, а вы принимаете участие вот в этих мастер-классах? Нет. По-разному, да? Ну, вот сейчас перенимаю, тут интересно. Нравится тебе, Има? Да. Класс. И мама еще сказала, что мы после Нового года будем делать обложки для телефона. Ого, да у вас тут целое производство, творческий такой уголок. Классно, это очень здорово, ребята. Ну, хотела спросить, Софуся, у тебя, что для тебя значит Рождество? Ты ждешь этот праздник? Да. Да? Ну расскажи, как ты готовишься? Рождество – это когда родился Иисус. Классно, да, когда родился Иисус. Рождество – это когда мы какие-то делаем, ну, когда вместе собираемся, елку украшаем и еще что-нибудь делаем. Мне нравится, когда мы вместе время проводим. И Бог сделал так, что мне не делали. Да ты что, он тебя исцелил чудесным образом? Здорово. Как да, ты так умудрился руку-то сломать? Я прыгал через кольцо и сломал. Да. И мы только, я могу прыгнуть. Но Господь тебе помог. И прыгнул. Да, была такая история в нашей жизни. Классно. Когда? Ну просто был очень сложный перелом. Со смещениями, делали ему репозицию, и опять там все было плохо, и нужно было еще раз там, то есть все вправлять, выпрямлять. И просто когда там перед тобой маленький ребеночек, ну вот вообще, да, и вот это как представишь, что там ему хр-хр будут делать, то, конечно, ну как бы у меня там сердце просто рвалось, и тут, наверное, я включила всю свою веру, которая у меня только была. Ну, это, наверное, да, действительно такое самое прям яркое-прияркое наше свидетельство. Угу. Вот, и получается, после этой такой молитвы мы консультировались с несколькими врачами, и они вот пришли, то есть это совершенно были врачи из разных больниц, и они пришли к заключению, что да, наверное, операцию да, не нужно, все будет и так хорошо. Има, ты боялся или нет? Да, когда же мы сломали руку, вот такое все. Ох, бедняга. Ну, слава Богу, что у тебя такое чудесное исцеление. Вот у тебя есть личное такое чудо. Да. Почти рождественское. Наш адвент-календарь готов, как я понимаю. Да, готов. Ура, наконец-то, дети, готовы его повесить? Да! Молодцы. Ну все, пошли вешать. Да. Ну то, что родился Иисус, и, ну, он благословляет всех, он... Ну,
как это сказать, он, ну, добрый такой, ну, хороший. Он это может исполнять иногда желания. Это, когда я его просил, это, ну, это, еще как-то раз, когда это, я пришел со школы, мы, ну, утром, это, у меня в ботинке лежало 100 рублей. Я желаю всем, чтобы у всех было все хорошо, чтобы никто не болел, чтобы Бог дал подарки, и чтобы у всех было все хорошо. Ну что, Анюта, спасибо огромное. Такой классный, замечательный календарь получился. Дети, вы рады? Вам нравится? Да! Замечательно. Но мы, на самом деле, тоже пришли не с пустыми руками к вам. Мы дарим вот такой замечательный рождественский вертеп. А кто знает, что здесь изображено? Ну, как там... Ой, Мария и... Иосиф. Мария и Иосиф. А здесь-то кто самый Иисус, главный? Младенец. Иисус, младенец. Пусть этот замечательный вертеп живет у вас дома, напоминает вам о Рождестве, о спасении, о радости и благодати. Я предлагаю его повесить вот сюда, на елочку. Вот так. И пусть он будет вас радовать. А мы тоже вам приготовили подарок. Серьезно? Ух ты, какая красота! Посмотрите, вот это да! Это вы сами сделали? Да! Спасибо вам огромное, нам очень приятно, это прям вот очень-очень красиво. Дорогие друзья, мы желаем, чтобы в вашем доме, в вашем сердце всегда жило Рождество, чтобы Господь наполнял вас радостью, миром, благодатью, чтобы все семьи были такими же прекрасными, замечательными и наполненными радостью. Спасибо вам огромное, Анюта, что пригласили нас в гости, провели такой замечательный мастер-класс и подарили такой классный подарок. С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством!